Всем привет, это видео мои новинки, и у меня новенькая новинка, это несколько щеночков, и одна такая средненькая собачка. И вот у нас собачка первая, это хаски, она средняя, вот, ну что, видите, какая с ней, вот, он поменьше, он побольше. Так, ее зовут, сейчас, подождите, так, у меня тут листочек есть именно она, хаски, ее зовут Чендри. Чендри такая собачка. Хаски, костенькая тушка. Тут красиво. Ну, очень красивые глаза. У него не очень глазки, но у нее красивее. Я на заднем плане вешу. Ладно. Так. Следующая собачка. Это щеночек у нас. Такой щеночек. Это далматинец. Ее зовут... Так. Сара. Ой, простите. У меня просто... Сара. Маленький щеночек. Далматинец. У меня еще щенок далматинец, только я его не покупала. Сегодня я его уже покупала. Да. Вот. Ладно. И дальше у нас следующий щеночек. Это щеночек овчарки. Кот красивенький, щеночек овчарки. Его зовут Чайнин Чарли. Его зовут Чарли. Так, дальше щеночек, это порода Голден, либо не помню, какой там еще порода, не помню. Я не помню, да. Какая порода, это такой вот жирненький песик. Его зовут Пухлик. Да, Пухлик. Ну что, он чуть-чуть попенький. Да. Так, и последний щеночек. Вот такой вот, я не знаю его породы. Это девочка, кстати, у меня. Ее зовут Амида. Какой-то красивый щеночек. Так. Простите. Были все на сегодня новинки. Всем пока. Пите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. С вами была Настя Кровкина и Тигр Шейсон.